собственный настрой, удача, что прежде всего? Ну, кстати, правильно, все качества подчеркнули. В первую очередь, качество родителей, если у тебя родители как-то чуть-чуть подталкивают в правильном направлении, бывает, когда родители, мне кажется, будут своих детей, когда слишком давят на, можно сказать, на маленькое существо, когда ребенок 5-6-7 лет, это не тот возраст, когда она подавила на ребенка. И я не помню, что родители силком там тащили на хоккей, заставляли, и мне казалось, я как-то сам к этому пришел, мне очень понравился, и мы там, можно сказать, соревновательный круг был, мы между собой и дома играли, и во дворе, и это как-то помогло. И, конечно, здесь не обошлось без удачи, попал правильно, родился, может быть, в правильном городе хоккей на Урале. Хоккейная школа Челябинская, она является одной из самых лучших в нашей стране. А также потом удача там сопутствовала мне, может. Мои родители, наверное, 1.60 роста, а я вырос 1.90. 1.91, по крайней мере, во всех справочниках. Да, и это как-то сопутствовало моему хоккейному росту, потому что до 16 лет я тоже был очень маленький, и мне до 16 лет, до 14, и мне было тяжеловато. И потом за одно лето я буквально вырос на 10 сантиметров. Да. Ну, смотрите, получается, удачный город, родители, которые не заставляют заниматься спортом, и как я не заставляю, я не заставляю в правильном направлении. И подсказываю, подталкиваю, и всегда поддерживаю. Поддержка от родителей необходима всегда. Эдуард, а вы согласны или нет? Ведь я не знаю, станет ли это для кого-то, открою ли я секрет.